Всем привет, кто сейчас смотрит это видео. Решил начать сборку квадрокоптера Matec F405 SE в корпусе Bentos X16. Сборка 405 в корпусе Sima X8 это была репетиция. Или первый блин. Ну, в принципе, блином его не назовешь, по его получился нормальный квадрокоптер. Основная моя цель была это собрать квадрокоптер с полетным контроллером F405 SE в корпусе Bentos, используя ряд элементов именно Bentos 16, таких как моторы, GPS-модуль, компас, а также что тут еще можно, ну, в принципе, заменить только полетный контроллер и регуляторы оборотов. Все остальное его родное. Что из этого получится, сейчас посмотрим. Для того, чтобы приступить к сборке, у меня уже вроде бы все есть. У меня есть новый полетный контроллер. Вот он. Новый полетный контроллер. Вот так он выглядит. Конденсатор. Есть платформочка дополнительная. Есть у меня регуляторы. Вот, получил. Амперные. Такие же, как я использовал в корпусе Sima. Вот, это у нас фаворит Белхелли S. 30-амперные. Вот они, такие маленькие. Удобные регуляторы. Есть приемник. Вот он у нас приемник. FSIA-6B. Который позволяет использовать 8 в режиме PPM 8 каналов. Вот. Это вот основные элементы. Но что еще мне надо? Еще нужна мне вот такая вот платформочка. Вот. Для крепления. Непосредственно крепления самого полетного контроллера. Ну а чтобы приступить к сборке нового квадрокоптера, надо подготовить сам объект, то есть освободить корпус от лишнего, то есть от старых полетных контроллеров самого Bentos, и то есть регуляторов оборотов Bentos и полетного контроллера. Поэтому я сейчас этим и займусь. Итак, корпус Bentos подготовлен. Все лишнее изъято. Остались только моторы. Моторы. Остался GPS-модуль у нас. Вот он, GPS-модуль. Здесь пришлось заменить, правда, кабель. Вот. Он у нас находится. Но, по-моему, мне, конечно, вызывает сомнение определенное, увидит ли INAF его. А также у нас остался еще и компас вместе с бара датчиком. Поэтому, ну, бара датчик нам не нужен, потому что в F405 оси хороший цифровой барометр.
Ну, так как они на одной плате, я думаю, что все Айнаф увидит. Посмотрим. Это вот мы оставили. Вот подготовил я площадочку. Это опять же с полетника, с нерабочего полетника Сима X8. Вот я ее ставлю сюда. И сюда буду к ней крепить полетный контроллер. Вот таким вот образом. Сейчас займусь подготовкой полетного контроллера. Я предварительно отпаял бананы от Бэнктойса и буду их вот сюда лепить. Сейчас этим и займусь. Итак, полетный контроллер я подготовил. Подпаял сюда провода силовые, конденсатор. Теперь можно будет его прошить. Но сначала надо убрать конденсатор в термоусадку. Вот так он у меня будет. У меня здесь отверстие есть, направляющее. Вот. Так я его поставлю. Для этого есть вот такие демпфера. Вот они идут в комплекте. Я прошу прощения за сиплый голос. Этот зараза COVID-19 меня настиг уже второй раз в этом году. Вот такие демпфера. Поэтому голос сел. Но я думаю, он восстановится. Вот демпфера поставлю и в корпус. Вот в корпус. Вот сюда. Таким вот образом я все это делаю. Затем. Ну, пока перейдем к прошивке полетного контроллера. Подключаю полетный контроллер через USB кабель к компьютеру, но предварительно запускаю программу INAV конфигуратор. Сейчас запустится. Вот запустилась программа. Нажимаю кнопочку. Подключаю. Отключаю. Есть. Есть у нас контакт. Есть контакт. Есть контакт. Вот. Переходим. Здесь выбираем наш полетный контроллер. Матек 405 SI. Вот он у нас. А здесь смотрим прошивку. У меня конфигуратор 2.6, поэтому я могу прошить последнюю версию, которая здесь есть, 2.6. Я выбираю ее. Прошивка пошла.
Расшивка установилась. О чем нам сигнализирует мигание светодиода и появление в окне компортов. Третий компорт. Это наш компорт. Теперь мы можем законнектиться. Вот. Законнектились. Выбираем квадрокоптеры. 3,7 дюймов. Но у нас больше пропеллера. У нас где-то 9,5 будут. Поэтому, но все равно мы выбираем. Все. Загружается. Вот наш сразу зайдем. Выберем мультиротор. Можно сейчас сразу откалибровать. Ну, что же у нас? Можем попробовать таким вот образом откалибровать. Есть. Переворачиваем. Есть. Так вот. Калибруем. Я прошу прощения, увлекся калибровкой. Есть. 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 Еще вот так вот. Да что такое? Теперь посмотрим цифровые значения. Все нормально. У нас нет 40,96 ни в одном из окон. Сейф. Запишем это значение. Выходим из INAV конфигуратора и приступим к дальнейшей сборке. Лепить. Ну, к коню, понятно, здесь у меня будут
силовой регулятор, плюс и минус, плюс сюда на минус, минус сигнальный, то есть вот они по углам, вот тут все. Вот. Здесь камера, сигнальный. Здесь плюс питание на камеру и земля камеры. Здесь у меня идет выход на передатчик. Выход на передатчик. Все. Выход на передатчик и земля на передатчик. Питание на передатчик у меня будет отдельно. С отдельного аккумулятора. Здесь вот у нас идут эти земля, S5, S6, S7, S8, S9. S7. Сюда у меня будет подпитан сигнальный на для управления подвесом. Это земля будет. Земля также для управления подвесом. Переходим на эту сторону. Здесь у меня S-бас я не использую. Приемник на RX2 и питание плюс и земля. Ну, можно и сюда, без проблем. Я использую сюда и сюда. Почему? Потому что эти мне плюс и земля, это плюс и земля, они нужны будут для подключения магнитного компаса и GPS-модуля. На эти контакты я подключаю два DCL магнитный компас. И также я использую плюс 4 и землю. А здесь TX, RX и плюс и минус я подключаю GPS-модуль. Если бы у меня магнитный компас и GPS-модуль были объединены, то я бы просто подключил бы вот этот верхний ряд. Так мне еще приходится задействовать вот эти два контакта. Ну вот, в принципе, все основное, что я сюда сейчас буду подпаивать. Итак, модернизация Banktoys X16 почти завершена, но основная часть. Как я и предполагал, GPS-модуль и магнитометр от базовой версии не подошли для использования с MATEC F405SE. Что мы имеем в данной ситуации? Замки. Хорошие замки. Итак, видите, что пришлось их изъять, использовать. Не получилось. Сюда я буду устанавливать M8M GPS-модуль. Вот такой же вот GPS-модуль с магнитометром совмещенный. Он наиболее подходит. У меня есть без магнитометра 6-я версия, это 8-я, есть 6-я, но он без магнитометра. А работает, я пробовал, работает отлично. Что у нас здесь? Как скомплектована наша вся?
Ну, как я и показывал, значит, у меня расположились таким образом, значит, контакты. Это сигнальные контакты от регуляторов. Первый, второй, третий, четвертый. Вот они идут на S1, 2, 3, 4. Земля сигнальных идет вместе с силовыми, запаивается, и силовые плюсы идут на свои гнезда. Это понятно. Значит, камера. Это у меня идет вывод на приемник. Вот он. Для, вернее, на передатчик, на ТВ-передатчик, ФПВ-передатчик. Сюда же здесь подпаяны. Сюда подпаяны вход камеры и плюс-минус камеры. Здесь они, я показывал раньше. Значит, приемник. Вот он приемник. RX2. Плюс 5. Ой, ушел. Приемник у нас вот RX2. Плюс 5 и земля. Здесь вот они имеются. Значит, это выход на ФПВ-передатчик. На ФПВ-передатчик здесь выход. Здесь будет подключен, здесь вот будет подключен у меня магнитометр и компас. Сейчас жду, когда придет. Что еще один нюанс? Вот RX-приемник я расположил таким вот образом. Вот здесь у нас, чтобы забендить приемник с пультом, вот у меня здесь сразу же выведены контакты. И они идут на вот такой переключатель. Вот на такой переключатель. Этот переключатель у меня остался еще от базового, так сказать, от Arduino для переключения режимов. Режимов управления подвесом. То есть в один режим он поворачивался у меня сразу на 90 градусов, в другой он у меня пошагово поворачивался по 10 градусов, менял свое положение. Но так как мне уже больше Arduino здесь не нужна, а передатчик остался, я решил его использовать. Использовать для чего? У меня один пульт и два приемника. Здесь приемник. И, естественно, в этой модели тоже приемник. Бендится каждый отдельно. Чтобы, если открытые модели, которые на рамах, там бендить беспроблемно, забендится. А открытый полетный контроллер подключился, забендился. То есть, ну, приемник тоже наружу. Перемычку поставил, забендился. В данном случае, когда закрыты приемник, таким образом неудобно снимать, постоянно разбирать и бендиться. Это, а если я в поле вышел с двумя моделями, что я там буду разбирать, время терять? Нет. Поэтому у меня стоит здесь вот такая пара, и выведена она на переключатель. Надо забендиться на эту модель. Я включил. Ну, сейчас, в принципе, он у меня на этой модели забендит. Я вам продемонстрирую, как он будет бендиться. Сейчас аккумулятор только возьму. Так, сначала выбираю модель. У меня здесь стоит баян, баян туис. Надо выбрать другую модель. Вот здесь баян. Это третья. Выходим на первую. Сима. Вот. На Симу.
Берем симу, ставлю сюда аккумулятор. И вот у меня точно так же здесь есть. Точно так же есть переключатель. Вот этот переключатель. У меня здесь два переключателя, потому что здесь немножко другая была система. Вот я включаю, замыкаю бендинг. Вот. Теперь здесь жму кнопку. Бендинг есть. Вот. Подключаю аккумулятор. То есть делаем. Подаем питание. Не совсем удобно. Все. Прозвучал сигнал. Вы видите, что забендился приемник. Выключаем. Здесь, естественно, переключаю. Теперь надо забендить второй. Мы берем сначала, естественно, выберем модель, поменяем модель, берем, поменяем на Boyang Toys. Вот он, Boyang Toys, но он не забендим. Сейчас мы его включаем, жмем кнопку бендинг, есть, и здесь подаем питание. Нет, есть, забендился, только немножко по-другому. Тут расположение таймера вверху, то есть надо будет выставить правильное, ну, одинаковое, чтобы были настройки. Вот так вот забендился. Ну, это вот, это такая процуха, будем так говорить, с приемником. Приемник разместил, видите, на, перевернул его кверх ногами на 180 градусов. До чего это так удобнее. Он меньше занимает места, и крышка верхняя закрывается без проблем. Значит, при получении GPS-модуля, я еще установлю GPS-модуль. Вот все остальное здесь работает, все настройки. Но я еще не подключил свисток. Вот он получил свисток. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Свисток. Я его буду подпаивать. На симе я уже подпаял свисток. Вот он. Вот такой вот свисточек. Подпаиваются вот эти три, именно три вот эти точечки.
Вот. ГНД 5 вольт и B минус. Как он армится, я вам сейчас продемонстрирую. Итак, сейчас заармим наш гибрид. Вот, заработал. Переключаем. Удержал на высоту. Включился. Отключил. Отключили. Минимальные обороты. Дизайн. Ну, в общем, вот такие у нас варианты. Поэтому, кто надумывает переделывать свой BMW SI-16 или Симу X8, запомните, что вам необходимо. Вы сможете оставить только свои моторы на Бэнктойсе. Все остальное придется заменить. 30-амперники надо даже не брать. Достаточно будет 20-амперников. Они вполне справятся. Полетный контроллер Matec F405SI. Ну и приемник FlySky AS6B. Почему B? Потому что он позволяет вам использовать не 6 каналов, а 8 каналов. То есть как раз то, что необходимо для настройки. Ну а какие настройки, я расскажу вам чуть позже.